Вот они, первые выпускники бакалавра Одинцовского кампуса МГИМО. Будущие юристы, политики, журналисты, психологи. Всего дипломы престижного вуза в торжественной обстановке получили более 100 человек филолого-психологического, экономического и юридического факультетов. У всех выпускников большие планы на будущее. В ближайшем времени устроиться на работу в государственный орган. Ну и дальнейшее построение карьеры. Я планирую пойти дальше работать по специальности психологом в школу и хотела бы еще дальше пойти учиться в магистратуру. У меня план на будущее устроиться в какие-нибудь муниципальные органы, вот, работать. Какие? В какую-нибудь администрацию, к примеру. Вот. Ну скажите, институт дал ли те знания, которые нужны для работы, например, в администрации? А как же, у нас самая лучшая кафедра, я считаю, отличный профессорский состав, у нас самое большое количество докторов наук на нашей кафедре работы. Я считаю, то, что наша кафедра государственного муниципального управления самая сильная в этом университете. Обладателями красных дипломов стали 9 бакалавров. Анастасия Синицына, Мария Тарасова, Анастасия Горбунова, Светлана Козлова, Ксения Ледовская, Яна Хоменко, Алена Сергеева, Алина Красникова и Кристина Царькова. Им дипломы вручили директор Одинцовского кампуса Сергей Васильев и проректор по общим вопросам института Артем Мальгин. Помимо красных дипломов, отличники получили значки почетных членов ассоциации МГИМО. Поздравить всех выпускников с окончанием учебы приехало немало почетных гостей. Гордимся, что на Одинцовской земле есть замечательный вуз страны и мира. И поэтому у меня такая сегодня ответственная миссия передать поздравления всем вам от главы Одинцовского района Андрея Робертовича Иванова. Пожелать вам хорошего будущего, дорогие наши выпускники. Ну а родителям остается только гордиться за успехи своих выпускников, детей. Выпускники, в свою очередь, поблагодарили преподавательский состав и руководство института за внимание, заботу и приобретенный багаж знаний. Однако на достигнутом останавливаться не стоит, нужно продолжать учиться. С таким напутствием к выпускникам обратился директор Одинцовского кампуса МГИМО. Совет учиться, учиться, учиться – это реально, это нормальный совет. Так сказать, это вот то, что я хочу именно им сказать. То, что я сам закончил или окончил, да, свой университет аж в 74 году, и с тех пор не было ни одного года, чтобы я не учился. Ну, самостоятельно имеется в виду, конечно, да. То есть жизнь у нас сейчас такая, что если один день что-то новое не постигнешь, то будешь на 10 дней отброшен назад. Некоторые выпускники уже последовали совету директора института и подали заявление на обучение по программам магистратуры. Дарья Киреева, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».